Вот без 15.7 дождя уже нет. Ну, пасмурно остается еще, конечно, пасмурно. Вот соседи голуби летят, вот они. Голубей выпустил. Вечером начнется, как говорится, комендантский час. Вот. Спасибо за ваши комментарии. Вот. Ну, я прочитал комментарии, что многие меняются на глазах. Вот. Понимаете, чтобы узнать, что за человек, дай ему деньги и власть. А еще лучше какую-нибудь славу. Если вот в этих трех вещах этот человек поведет себя нормально, это значит человек. Меня никогда ничего не меняло. Где бы я ни был, какое бы я положение ни занимал, я мог спокойно сидеть, вместе с солдатами кушать, вместе с рабочими кушать с одного котла. Вот. Никогда я себя выше кого-то не ставил. Никогда. Я до сих пор помню, когда себя на родине, когда жил, все советские времена. Вот. Я всегда рано утром уезжал на службу, вечером поздно, а потом в другой город меня перевели, я приезжал так тоже, тихо-тихо, это. Вот, и на 23 февраля, ну, пришлось одеть форму и пойти. Вот. И то стеснялся, что люди смотрят на меня неудобно как-то, вот. А потом, говорит, к моей жене, говорит, пришли, говорит, так он у вас, говорит, офицер, что ли? Ваш муж, она говорит, да, вот командир, вот так, вот так. Вот. Они говорят, а мы думали, он какой-то прапорщик. Или где-то это. И она говорит, а почему, говорят, а другие, говорят, это самое. Он, говорит, она говорит, он такой, вот такой человек он. Я не привык вот так вот. Это воспитание отцовское было. А ты же никогда не говорил всегда, никогда, говорит, не дергайся. Даже какой бы ты должности ни занимал, что бы ты у тебя это самое. Всегда будь, говорит, простым человеком. Вот. Иногда смотришь, бывает так, что пьяный ефрейтор хуже генерала. А я это видел и в Сочи, и в Подмосковье. Ну, это современное, это самое, как говорится. Я же говорю, кому-то дай власть, кресло, и он сразу себя поведет, какой он это. Поэтому, когда начинает кто-то говорить, вот я, если бы я был бы, например, президентом, да я бы все бы поменял, да ничего бы ты не поменял бы, потому что 90% населения вот такое, почти 90%, сразу бы своих братьев к себе, родню к себе, любовниц. Человек, понимаете, не может, здесь жир, говорят, у нас в Туркменистане такая-то, жир только может носить на горбу верблюд, тихо, мирно. А человек жир не может выдержать, понимаете, человек начинает дергаться, у него начинает пихать во все стороны, давай, ты чё нам? Понимаете, человек не может быть никак спокойным при деньгах. Вот. Поэтому большинство мне вопросы задают тут. А на какое средство можно прожить вот в Анталии? А на какие средства? Ребята, у каждого свой этот. Кому-то, блин, и 5000 мало. Кому-то и 1000 лир отлично живет. Я могу при меньших затратах жить, как будто как король. У меня все будет нормально. Я буду готовить и тряпать, и все-все. А кому-то дай 5000 нафиг. Он, блин, и... Ну, естественно, извините, каждый день шалтай-болтай, ресторанчик, ресторанчик, хорошие, дорогие сигареты, спиртное. Ему и 5000 мало, и хорошая машинка. Зачем ему? Задрипанный Матиз. Допустим, да, у меня он не задрипанный, он у меня, ого-го, конек-горбунок. О, а это Мерседес подавай. Вот.
Поэтому все зависит от человека, понимаете, где бы он ни жил. Где бы он ни жил. Вот. Иногда бывает так, что выше своего этого хотят люди прыгнуть, понимаете? Выше своего этого. Вот. Не оглядываясь под попу. Есть ли под попой какая-нибудь у него фундамент? Фундамента нет, он прыгает, понимаете? А на пустом фундаменте прыгай. Этот любой дом без фундамента, он свалится. У тебя должен быть фундамент нормальный, чтобы ты прыгал. Я до сих пор помню, молодые годы, тоже не святой был. Гулял так, это самое, все такое. Каждый день на шашлыки, на гуляния, все такое, короче. А ты один раз меня посадил рядом с собой. Так, сынок говорит, ты, наверное, уже, говорит, дом, наверное, построил, да? Я говорю, да нет, я говорю, вот ты же построил, ага, мой дом. А у тебя, говорит, государственная квартира. Ну, допустим, говорит, кооперативно, ну все. Так, ты, говорит, уже и сыновей вырастил, говорит, и дочерей, говорит, замуж выдали. Я говорю, да нет. И на счету, говорит, сберкассе у тебя, говорит, до хрена денег лежат, да? Я говорю, да нет. А какого хрена, говорит, что ты, говорит, тогда празднуешь, блин? Вот ты когда, говорит, все это сделаешь, вот тогда, говорит, празднуй. Понимаете? Мы празднуем то, которое вообще, извините, прыгаем выше своего этого. Поэтому каждый человек по своим этим. У меня соседка была в Сочи. Еще квартиру не успела еще как-то ремонтировать, еще что-то, блин. Кухонный гарнитур. Я кухонный гарнитур, я думаю, какой-нибудь это... Думал еще, да, как-то это. Ну, думаю, потом, когда я закончу все это, вот, который мне вовремя не дали. А она, короче, пошла, кухонный гарнитур, короче, купила, который Армавире выпущена просто за то, что в коробке написано «Италия». Выпущена в Армавире. Кредит взяла за 450 тысяч кухонный гарнитур, который стоит на рынке в Сочи. У ребят армян, короче, от силы тогда стоило на 25-30 тысяч. Но за то, что там написано «Италия». Мол, она с Италии, мол, поступила. Вот. Понт, понимаете? Дешевые понты. Квартира в кредит, машину. А потом еще шикарнейшую машину, опять же кредит. Все в кредит. Вот. Лишь бы, чтобы это самое. Я говорю, а что? Я говорю, ну, жиль вот так надо. Я говорю, ну, не могла бы я? Да не, я буду это... Понимаете, люди вот так вот. Люди хотят прыгать выше своего этого достоинства. А это нельзя. И всегда надо знать, что ты человек, что в любой момент ты сравнишься с любым человеком, каким бы ты ни был. Кладбище всех сравнивает. И богат в одном же том же земле лежит. И бедняк тоже в одной и том же сырой земле лежит. Вот. Поэтому я никогда не изменюсь и не буду меняться. Я такой же родился. А меняются, да, люди меняются. Я таких много видел. Я же вам рассказывал, как вот эти господа приезжали, когда пока их дело не закончилось, все, надо было все за них бегать, все сделать, все. До этого спесь была такая низкая. Как уже это самое... На следующий день, когда все закончилось, другой разговор пошел, другое это самое. Ну, а вы же большинство моих этих подписчиков прошлого канала все это знаете. Зачем я буду повторяться? Человек резко меняется, понимаете, резко. Но он не знает, он не может отчет давать, что этот человек опять же попадет в какую-то это, и опять ему нужна будет помощь, и никто ему не подаст это. Понимаете, эту руку никто не подаст, никто. Потому что другие люди, увидевшие это все, они скажут, эй, дорогой, ты уже отблагодарил одному человеку. Мы это все знаем. Держись от нас подальше. А человеке идет, это самая слава, впереди него. Впереди него идет. Как в тюрьме, я же вам рассказывал, в тюрьме еще человек не сел, они уже там знают, кто за что сидит, за что это, кто он по жизни, кто он это самое, стоит ли ему руку подавать или что.
Вот так же, вот такой же жизни, понимаете? Такой же жизни. А тебе все знают, и скрывать невозможно это. Обманом там, фальшью. Вот. Ну, одного обманул, двоих обманул, ну, троих обманул. Четвертый тебе в лобешник въедет нафиг. Какой бы дохлый ни был, у людей есть достоинство. Никогда не надо человека судить о том, что он маленький, худенький, ничего подобного. Он, блин, амбала свалит, если надо будет. Дотронь его достоинство. Вот. Поэтому мы должны быть людьми, каким бы ни были. Где бы мы ни жили. Вот. Поэтому я остаюсь человеком, я никогда не забираюсь изменяться. Те, которые ко мне приезжают сюда, мои друзья, они все прекрасно знают, среди моих подписчиков. Они прекрасно знают, кто этот человек. Вот. И женщины есть, и мужчины есть. И возрастные люди они. Вот. Так что этих людей на дур не возьмешь. Они на расстоянии видят человека. Вот. А я вот иногда бывало ошибался. Но сейчас уже немного поумнел. Говорят же, лучше поздно, чем никогда. Ну вот, пойду это все надо туда поставить. Дверь закрыть, ворота. Так. Хотя не украдет, наверное, никто. Да кому надо? Здесь не крадут это дело, пусть стоит. Надо все закрыть. Туда надо убрать. Туда вот так вот. Вот так вот сюда, вот так вот, вот так вот будет здесь стоять, будет этот конек-горбунок тоже, вот так вот здесь тут будет, вот так вот. Все, порядок, калитку надо закрыть, надо закрыть калитку, вон всего упало листьев, вот сколько, уже мало падает листья, вот. Все, закрыто. Как мой папа говорил, крепость закрыть. До сих пор помню, у нас ворота большие. Крепость закрыть вечером. Вот так вот. Хорошо так после дождя, да? Вообще супер. После дождя вообще такой-то ветерочек такой еще. Здесь и зимой идут дожди, вот тогда прохладно, да. Вот. Молодежь исчезла. Все. В общем, ну ладно. Всем доброго вечера. Дождь прошел. Всех вам благ, ребята. Пока-пока.